Ергаки глазами фотографов. В главном музее Хакасии сегодня открылась выставка, посвященная популярному у жителей республики природному парку Ергаки. Туристической станции в этом году исполнилось 15 лет, юбилейной дате, и посвятили коллекцию работ. Большая часть из них – авторство Константина Хилько, сотрудника парка. Многие годы мужчина снимал флору и фауну этой территории. В кадре основные достопримечательности, которые поражают своей красотой и ежегодно притягивают десятки тысяч туристов не только из России, но и со всего мира. На проекте представлено 29 фотографий. Выставка будет открыта до конца ноября. Ергаки – это и место силы. Ты, когда работаешь, просто отдыхаешь, приезжаешь, набираешься энергии. Любой фотограф, работая в любом жанре, начиная от пейзажа, заканчивая там, ну, даже можно гламурной портретной съемкой, найдет что-то уникальное в природном парке Ергаки. Это такие декорации потрясающие, макросъемка, бёрдвотчер, съемка животного мира, ну, любой категории.